Традиционно скептичные в отношении изменения европейского законодательства ирландцы на этот раз не стали игнорировать референдум. Явка составила около 50%, и по предварительным данным за бюджетный пакт ЕС проголосовали около 60% граждан. И хотя окончательные результаты будут объявлены не ранее сегодняшнего вечера, окружение премьер-министра, да и сам он оптимизма не скрывают. В преддверии плебисцита Энда Кенни призвал народ сказать пакту «да», подчеркнув, что это прививка от греческой заразы для всех стран еврозоны. Его противник Джерри Адамс, в свою очередь, убеждал ирландцев в том, что их заставляют затянуть пояса и вести на себе небитого. Такие выступления против политики жесткой экономии позволили возглавляемой им партии Шин Фейн вырваться в число лидеров. Договор предстоит ратифицировать 12 странам. В том, что он вступит в силу в положенный срок 1 января, сомнений нет практически ни у кого.